Так, ну всем привет, кто к нам присоединился. Прошка, давай, создавай. Берем зелененький цвет. Ну, зеленый цвет. Че, пикать сразу танка? Какого черта оранжевый? Зеленый, говорю мне. Предлагает мир сыграть. Нет, давайте все-таки танк возьмем. Потому что опыт действительно мне. А в чем позиции? Попросим его позицию убрать. А то взял и вниз затолкался. Что ж, берем тогда. Ого, два танка. Вот это да, вот два танка захотел сыграть. Ух ты, чтоб веселее. О, черт, ребят, по-моему, сейчас будет танк Mirror. Да, начинается танк Mirror. У нас большие планы. Ну, 100 пудов надо. Как ни крути. Три или два. Три или два. Вперед. А, вот сюда вперед. Господи. Центр надо сразу занимать. Но. Черт с ним, давайте. По старинке. По старинке сделаю. По умолчанию, так скажем. Можешь? Отличный выбор. Вообще замечательный. У нас большие планы. Барак или завод здесь? Ну, наверное, завод надо построить, да? Дракона. А, ребят. Будем жить в роскоши. Плохое место. Посмотрим в другом месте. Ребят, дракона строить нет. Кто знаток? В танковых миррорах. Просто вообще не представляю. Подберем еще товар. Давайте вот эту шняшку. И на суплай. Не хватает наш няш. Все хватает. У нас большие планы. А этим дозером вперед наоборот. Здесь давай сейчас собираем. Да. Идеально. Ребят, идеально за на кучку построил. Это вообще. Чудеса же. Да ладно. Будем жить в роскоши. Давайте строить. Мы поняли его. Будем жить в роскоши. Настраиваю частоты. Черт с ним, вперед едем. Подразделение потеряно. Кажется, я их слышу. Перемещаюсь на новую позицию. Перемещаюсь на новую позицию. Эй, где это там? Какого черта он зашел вовнутрь? Строю для Китая. Что? Нас сожгли-то? Подразделение потеряно. Ох, ядрит же. Давайте строить. Ох ты ж черт какой, а. А почему нас сожгли здесь так незаметно? Я вообще даже не в теме. Прямо здесь. Да, я понял тебя, чувак. Упс, упс, упс. Пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам. Как закончу, будет хорошо. Да ладно. Да чё ж ты не продаешь эту вещь? Будем охранять. Подразделение потеряно. Будем жить в роскоши. А, хотя бы. Чувак, беги. Нет. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Вот это сначала. Черт, вот этого тогда надо. Ну, короче, нас сожгли, понятно. Полная хрень. Все, берем пеха, ребят.
Насколько понимаю, мне нужно создавать, да? Давайте выберем. Выберем, знаете, какую карту, а? Я сам не представляю, какую карту выбирать-то. Forgotten Air Battle, может быть. Запеха. А чё, вообще вполне вариант. Бах, и пех такой еще вылазит. Гайер, ты чё, серьезно? Ну, смотря кем он будет. Ну, вроде как в США берет. Да, в США берет прошник. Такие вот дела. Ну, в принципе, я согласен. Ок. Сделаем вот так. Хорошее начало. Нестандартное хорошее начало. Первый дозер вперед. Раш дозером. Это его очень хорошо отличает. Вот такую еще баранку сделаем. Все, дефимся. Отличный выбор. Роем китайскую, рою для Китая. Ах да. Ах да. Главное все сделать первым дозером. О, спасибо, да, что-то я забыл. Давайте строить. Будем жить в роскоши. Главное, чтоб наш не встретил какой-нибудь козел. Ну не должен. Китай щедрый. Места для строительства мало. Ну что, мы тут уже пехоту делаем. Вперед, вперед, друган. Отлично. И вот так еще делаем. Не повторяйте это дома. Мега опасный трюк. Ну все, он даже флешки не успел выучить, я хочу сказать. Это здоровенный плюс для меня. Для Китая. Отличный выбор. У нас большие планы. А ладно, коль бить, так надо добивать. Вперед, 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 даже не знал о твоем существовании, чувак. А он там зарылся действительно как-то. Ага. Ага. Нет уж. Так, он не убил, да, этого другана. Ну, ок. Давай вперед все-таки дозер одного пошлем. Он нам там пригодится. Здесь, я думаю, минки нужно построить. Это рано или поздно понадобится. О, да, да, пуляется. Ок. У нас большие планы. Докладываю. Подразделение потеряно. Убийца танков здесь. Готов. А, тут бьют, оказывается. Давай, колоти его. Подразделение потеряно. У нас большие планы. Еще раз. Еще одну, в смысле. Перемещаюсь на новую позицию.
Слушайте, так дракона охота сделать. Ох, он теряет авиацию на вот такую вот фигню. Его право. Давайте пушечку туда построим. Лотос. Дружище, ты мне нужна. Нет, вышки его не захватывал, это... Это очень классно. Подразделение потеряно. Да, ладно, я прятаться. Готова к взлому. Готовы прокатиться, парни. Будем жить в роскоши. Ты красный капитан, давайте строим. И ждать, что делает. Готовы прокатиться, парни. У всех там порядок. Врага. А мы такие заходим, опа, и сюрприз. У нас полно мне. Куда-то еще? Еще одного высадим. Им на стрёме настраиваю частоты. Чтобы как можно было меньше терять всего. Улучшение пропаганды завершено. Эй, ты это там? Да я их слышу. Меня и побить. Ну бей. Ну что ж ты так, а? Так, Лотос дошла. Прослушиваю врага. Ничего не слышно? Им не спрятаться. Убийца танков. Издание здесь. Наше. Готовы прокатиться, парни! Пристегнуть ремни! Кто следующий? Кажется, я их слышу! Я всё слышу! Готово! Найди бронированный транспорт! Наши герданцы! Готовы прокатиться, парни! Мы их найдём! Защитим мира! Кажется, я их слышу! Не потеряно! Часть на новую позицию! Эй! Готово! Лотос, беги! Подразделение потеряно. Поздравление, генерал. Какого черта? Упс. Ну успел вывернуться. Отлично. Минус конвей. Вот и Лотс прибежал, может понаотхватывать всяких зданий. Ага, понял. Вау. Подразделение потеряно. Немедленно. Кажется, я их занял наше. Настраиваю частоты. Так, ну мы можем эти штучки сделать, да? А давайте. Понаделаем сейчас всяких. Мы их найдем. Наши пули ничто нет. Прослушиваю врага. Я уже забыл вообще про все, чтобы что-то делать. Частоты. Блин. Эй, готово. Эй, ты это там. Нужен прорыв, заберем небольшой дно. Пусть у него сплай будет. Я ладно, тогда не буду. Лотос раскрыто. Подразделение потеряно. Вот подстава, да? Может, энергию хоть захватим. Что еще? Чуваками вперед. Здравствует экономика. Ребята, спросите за платой. Подразделение потеряно. Лотоса убили, ну... Бывает. Ок. Давай продавайся, дубин. Кажется, я их слышу. Здесь много ресурсов. Я без гайши гора. Что еще хочешь? Мы их найдем. Ок, понял. Я ухожу. Кажется, я уже ухожу. А, домик не засел я, да? Ошибочка. Эх, Бартон-то не задавишь. Ну ладно.
Давай, браться, раз хочешь. Дерьмо. Да не, нафиг, сейчас еще победит. Не надо мне такого счастья. Мы обнаружили вражеского полковника Бартона. А, отлично. Блин, высаживаемся. Почему вот у меня нету хоткея на барак? Почему он не ставится? А, он 11-го. Ок. Видимо, где-то была моя оплошность. Без лимита супероружия. У меня дозеров нет. А вот у него дозер есть. Зачем я тут приехал? Ребят, я не знаю, зачем я сюда приехал. Вот и все. Сюда вообще ехать не надо. Нужен прорыв? Никакими штуками. О. У меня большая пушка. Штурмовики на связи. Я слушаю. Вперед. Конечно. Армин, Джей, мы их найдем. Куча ракетчиков просто все пропащают на самом деле. Надо заминировать, ребят, все. У нас серьезный график. Мы обнаружили вражеского полковника Бартона. Подразделение потеряно. Упс. А долбить кто будет? Сейчас у него будет снайпера и... Ребят, это лус будет. Я проникну. Нужен прорыв? Черный лотос раскрыто. С какого перепуга она раскрыта? Мы обнаружили вражеского полковника Бартона. Здание наше. Отминусанули барак. Отлично, теперь не будет снайперов, это точно. Нет, нет, я же вас высадил. Дупни. Ребят, я же вас высаживал. Почему вы такие, а? Ладно, погнали. Но, чуть-чуть. Мочи его. Отлично. Размен хороший. Зажать, что ли, его как-нибудь? И вот так, вперед. Сейчас на минки залетит, смотрите. Красавчик. Просто красавчик. Залет на минке. Ну, больного стоит, конечно же. Так, а мы, однако, в не очень хорошем положении все же. Нет, только вы давайте наверх идите. Есть у нас вышка. Есть у нас еще вот такая штучка. Это бессмысленно. Проверка на всякую штуку. Он копает сверху, смотрите. Гад какой, а. А мы тем временем наверх. Давай, долби, долби, долби. Окна обратно. Не подолбишь тут, ребят. Вообще фигово. У меня большая пушка. Мы их найдем. Перемещаюсь на новую позицию. Перемещаюсь на новую позицию. Люблю большие цели. Настраиваю частоты. Ага, Бартон там где-то. Эй, это
Ядрить. Ребят, Бартон же это. Ничего не слышно? У меня большая пушка. Кажется, я их слышу. Китайские ракетоносцы. Настраиваю частоты. Мы пробьем их броню. Люблю большие цели. Мы пробьем их броню. Китайские ракетоносцы. Люблю большие цели. Мы пробьем их броню. А барак у меня не заменит. Он же нас сейчас убьет этой. О, надо что-то делать, ребят. Все, в атаку идем. Ох, там нас снесли. Я не вижу барак своего. Это все войско, которое у нас есть, ребят. В этих бейте. Лол. Все, что было, я слил. У меня только ракетчики, да, остались, значит? С раненым. С раненым уже... А, вот еще тут есть. Есть один. Противобартонский юнит. Так, это вообще, чтобы на всякий случай. Ок. Бартон объявился. Подразделение потеряно. Я не знаю, кого он может лупануть. Буквально кого угодно. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Джи-джи. А чё синдром Дилмака? Ничего не синдром Дилмака, я еще не особо побеждал. Это казалось бы. Но нет. Так, ребят, какую карту бы сейчас выбрать-то? Ну вот это ББ. Где это ББ? Но, где ты? Вот ты. И возьмем, знаете, какую-нибудь там... даже не знаю. Токса, что ли, взять? Или Дема. Дему возьмем. Как вам такой расклад? Просто шаблон все снимем. Ну, он пойдет в команде спам, наверное, я так думаю. Прямо сейчас условия ему поставим, либо... рандом, либо все-таки пусть он. Лазин генерал самый читерный. Да ладно. Да не ври.
лазерного ничего такого читерного нету. Ладно бы там СВГ сказал бы или еще кто-нибудь что-нибудь. Да, думает, по всей видимости. Че, рискнем так, го, что ли, сделаем ему. Подрывником. Раскатаем. Все на Mirror просится. Давайте в Гла Mirror. О, в Гла Mirror. Чисто от фана. Где у нас глашники все обычные? Ну что ж, поехали. Гла Mirror. На этой карте. Главное, что не Австралия. Что ж, первый туда бежит. Один туда бежит. Такую штучку делаем. Я буду работать. Только не бейте. Делаю, что сказали. Я буду работать, хочу. Нет, к нему, к нему, к нему, к нему, к нему. Какого нафиг я пошел, куда-то попал. Ну и сюда, арабик. Возможно, он нам сверху пригодится. Собирай. Здесь давай. Я буду работать. Только не бейте. Да. Ладно, я готов. Лучше инструментов нет. А, черт. Он уже пришел, оказывается. Бррр, а барак-то не было. А барак-то забыл. Может, надо было здесь барак построить. Блин. Блин, блин, блин. Небольшие косячки. Ну да ладно. Это действительно. Ладно, ладно, я буду работать. Он подбегает какой-то хер с горы в гору. Извините за небольшую неточность. С гор он, конечно же. Я буду работать. По всей видимости, я мне нужно сделать так. Вот так. Ток с трактора. Да. Бомбы уже готовы. Делаю, что сказали. Клан силен. Там же 100% какое-нибудь говно выскочит. Не монстры правды. Не вижу. Вижу. Окей. Мы специальные бодяги. Ничего. Скоро будете готовы. Я просто крестьянин. Ничего, да? Мутит чего-то. Только не бейте. Попробовать? Эй, парахай, Акбин, Альхут. Наша земля должна упадать. Они остались, я верю в толпу. Где он там? Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Убили? О, мы убили его. Отлично. Где кто? Бомбануть надо было, ребят, я так думаю. Вот здесь стопудово он проедет. Вылазит такой квад. Вылазит такой... Он не вылезет. Да, мы не успели. Блин, блин. Белящая возможность. Была возможность, но не воспользовался я ею.
Валим, валим. Здесь такая норочка заманчивая. Садись, Ребят, вроде как открыто. Очень заманчиво. Пусть бьет, пусть вообще пофиг. Вниз беги, дурень, вниз беги. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Много работ. Я чувствую плитку. Ладно, ладно. Я буду работать. Ага, он, оказывается, снизу захватил уже вовсю. Направляемся в бой. Все еще ездим. Быстрее, готовьтесь. Враг может быть рядом. Ну вперед, что нравать какие-нибудь там штукенцы. Да какого черта все сливается? Какой? Да ладно. Забежал какой-то там хер. Нехороший, а нехороший-то какой? Видите, да, все прекрасно, что он творит. Давайте сюда всех юнитов собирать таких. Слышь, сколько можно? О, давай, наезжай, да, на минку, давай, наезжай. Пофиг. Минус три. Как он налетел-то, а?
Я просто крестьянин! Наши дома в опасности! Какого черта? Какого черта происходит? Только не бейте! Я подчиняюсь! Я просто крестьянин! Разделение потеряно. Да! Тяжелая работа! Охраняем по всем кругу! Но... Да, багами я уж управлять не умею, это точно. Эх. Он еще одних скат штормов нас побахал. Внимание, скат шторм обнаружен. Генерал, наша земля атакована. Плохо. Ой, одна баги такая выезжает, крутая. Но. Нерву компенсирую, давай. На этих перейду. Наша земля должна проявить. А, забыл. Я не люблю босса. Короче, нас как-то так вынесли. Гламерор-то явно не мою. Чувак, у меня уже танки пошли. Вот его добей. И не добил. Слушайте, квады читерные. Я хочу вам сказать, вот и все. Просто читерство какое-то. Склады. Клади кого хочешь. И как хочешь. Ну-ка, заагрись. Беги! Беги в домик. А, бесок. Вау. Наша воля сильна. Я не понял, это как вообще так произошло, да? А, ребят. Наконец перевес кот пошел. Он скажет шторм, да, пуляет? Так, на этих мы задавим. Вообще без проблем. А-а-а. Проблема. Наша воля сильна. Давай драться. Ладно. Нет, давай не будем драться. Так, Джармен, простой Джармен, не золотой. Ну-ка наверх. У нас застрял паря. Честно, фиговое. А что-то с багами у нас не задалось, а вот с танчиками вообще спокойно. А, давай, в толпу стрельнем. Вообще без проблем. Просто стреляем в толпу, и все, готово. Пошел отсюда. Так, теперь он в баги, да, пошел? Ну... Это не круто. Скат-шторм начал. Только не бейте! Тяжелая рана, выходите! Внимание, скат-шторм обнаружен. Настоящий танк Раблей. Готов быть. Танк Скорпион. Подразделение потеряно. Что за работа? Да, я понимаю. Наша земля должна устоять. Давай, вышел, работай. Храбрость. Сколько минков минус?
интересно. Минков, я сказал, да? Рынков. Выходи, чувак. У меня чувак застрял. К славе. Внимание, скотшторм обнаружен. Только не бей! Тоже хочу. Танк, скорпион, подчиняйся! Если это то, что ты хочешь... Наш Джарман Кэл замечен противником. Еще что-нибудь. Наша воля сильна! Можем бы этого. Ну ладно, не будем так делать. Что вы хотите от меня? Я подчиняюсь. Я просто крестьянин. Это просто скотшторм начал. Лучше инструментов нет. Вы, порядок установится. Да, скорпион. Да, я понимаю. Быстро, как могу. Жду. Еще что-нибудь. Оу. Короче, какой-то скотшторм. Подразделение потеряно. Я не построил вообще ничего. У меня аэробиков-то нет. Я просто крестьянин. Какой-то бред игра, честно. Это день не наш. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Делаю, что сказали. Подразделение потеряно. А с баги чуть не получилось. Просто их зафейлил. Эх, повелся на всякие мирроры. Вот и все беды вам. Готовлю инструменты. Кто следующий? Подразделение потеряно. Ничего сложного. Я проскользну. Гуляем на базе. Вообще найдем. Еще что-нибудь? Наверное, все потому, что у меня не было радара. Строительство здания завершено. Вроде норм так старт был. Почти запрессовал, но нет. А чё, Лычкова нам нет? Наш Джарман Кэл замечен противником. Внимание, скотшторм обнаружен. Делаю, что сказали. Внимание, скотшторм начал. Что вы хотите от меня? Мы следим за врагом. Строительство здания завершено. Ладно. Просто наспамил всего, что мог с этими скадами. Так не то сделал. Гламерор был и 3-0. 3-0. Про нас вырубил такая фигня. Не могем мы за Гла играть. Прекрасно мы это знаем, но он нас спровоцировал на какой-нибудь мирор. Я чисто по приколу. Давай, Гла, ну давай. Ну ладно, так оно и было. В общем, 3-0. 3-0.